собственника. Всем привет, друзья, у нас кулачные бои. Все, хватит. Еще подачка, ништяк. Приблуда! Победил юноша! Приблуда! Приблуда лежит уже, глаза закатил. Новый чемпион! Осталось победить кузнеца из корчмы на распутье и рыбака из Залипья. Зовут его Рыбожор. Так, ну сейчас тогда скачем на распутье, да? Так, большие сучья. Так, деревня Залипья. Вот здесь нам тоже надо явно. Так, деревня Залипья, теперь здесь. Как тебя зовут? Драться умеешь? Геральт. Да, готов. Я готов, да? Добрый люб! Могу я у вас кое-что спросить перед боем, господин? Пожалуйста. Вижу я, что вы за птица. Куда там мне до вас? Мне б живым уйти. Последнее время в реках рыбы нету. Детки голодные плачут, а за победу дают мешок с мукой. Жальтесь, дайте мне выиграть. Я не поддамся. Если хочешь выиграть, придется меня... Ну давай, рыбожор. От души как последний удар. Как мы и ожидали, ведьмак навалял люлей рыбожору. Приятно было посмотреть, как у того на морде расцветает осень. Тебе осталось победить кузнеца. Рыбожор. Чего тебе еще? Так, возьмите деньги и купи еды. Я должен был выиграть, но не хочу, чтобы твоя семья умирала с голоду. Держи кошель. Ну, спасибо вам, мастер. Так, корчма на распутье. Теперь здесь наш бой. Где? Кузнец? Что там? Так, букмекер, давай. Ты, похоже, отчаянный забияка. Такой на турнире бы пригодился. Да и тебе сплошная выгода. И подзаработаешь, и кулаками помашешь. Ты как? Я готов драться. Люди, через минуту начнется мордобой. Ведьмак сойдется с кузнецом, который расплющит ему морду, как брусок раскаленного железа. Это не факт. Не факт. Легко. Джеб, кросс, хук. Нехорошо. Неплохо. У тебя есть шанс стать первым.
Если хочешь побороться с чемпионом этого года, то поезжай во Вродицы и спроси сержанта. Так, кузнец отдыхает. Глядите, кто у нас тут? А барон знает, как его люди тут раз... Барон все знает. Он и сам денежку ставит иногда. Герова ставит. Все время проигрывает. Давай полную ставку. Начнем. Ну давай, подходи. Надеюсь, он не такой лютый, как кажется. Ну давай! Ну, не боюсь. Придет и ваш придет. Помнишь, все рады, что людей хотел голодом умереть? Ну, вроде свалил. Ну и схватка. Объявляю всем и каждому, что ведьмак победил сержанта и стал чемпионом Велена. Если тебе мало, езжай в Новиград или на Скеллиге. Там бойцов не счесть. Вот так-то, друзья. Наши бои окончились. На этом серия наша заканчивается. Всем спасибо, еще увидимся.